Прокуратура выявила нарушение в деятельности руководителя Нижегородского муниципального предприятия «Нижегород Пассажиравтотранс» Дмитрия Цыганкова. По закону руководитель унитарного предприятия не вправе заниматься другой коммерческой деятельностью. Однако, по данным прокуратуры, на протяжении 2 лет Цыганков исполняет обязанности директора муниципального предприятия и одновременно является учредителем и акционером ряда коммерческих фирм. Это могло повлиять на ненадлежащее и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей в качестве руководителя Нижегород Пассажир Автотранс, отмечают в ведомстве. Администрация города должна принять меры к назначению руководителя этого предприятия. Либо он будет первым заместителем, назначит по конкурсу. Он вправе, конечно, принимать участие в конкурсе, но он не может быть учредителем и акционером других коммерческих структур. В связи с этим прокуратура города Нижнего Новгорода в адрес главы города Нижнего Новгорода направлены информация для принятия им соответствующих мер.